Дядя Сережа. Почему дядя Сережа? Потому что он самый большой. Вы сами посмотрите на него. Дядя Сережа – нападающий команды «Локомотива» 2006 года рождения. К слову, один из победителей первенства России среди сборных команд федеральных округов. На турнире забросил 3 шайбы. Солидное прозвище оправдал, говорят товарищи, но тут же вставляют шпильку, чтоб не расслаблялся. Что посоветуете ему, что говорить-то надо? Кудину в ворота попадать. Как только в раздевалку заходит тренер, шутки в сторону, все взгляды на доску. Несмотря на победу, сборная Центрального федерального округа в одном принципиальном матче против хоккеистов из столицы ребята все же проиграли. Эйфорию от успеха в Сочи разбавляет горькая пилюля работы над ошибками уже дома. Обратите внимание на ваши броски, которые пока оставляют желать лучшего, да? После приема с разных углов. Из своей группы получил, принял, бросил. Пока парни готовятся к полноценной тренировке, на льду ее уже заканчивают их товарищи на год постарше. Игроки «Локомотива-2005» также принимали участие в первенстве среди сборных команд федеральных округов. Ну, тяжело было там с другими ребятами сыграться. Благодаря таким тренировкам ребята тоже победили в составе сборной ЦФО среди сверстников, причем безоговорочно. Из 8 матчей ни один не проиграли. Ну, акцент у нас всегда один, да, атакующий хоккей. Задача всегда первое место, в этот раз получилось. В том году мы 2-ми были, в этот раз сделали работу над ошибками и все получилось. Лучшим бомбардиром среди юношей 2005 года рождения признали Даниила Бута. Сын прославленного хоккеиста «Локомотива» Антона Бута 11 раз поразил ворота соперников. Рад, конечно, был, то, что лучшего нападающего получил. Так, все. Главное, что команда выиграла. К слову, команды Центрального федерального округа и 2005, и 2006 годов рождения сформированы в основном из воспитанников «Локомотива». Среди лучших оказался и еще один ярославец – вратарь Семен Конопский. Теперь ребята готовятся к играм чемпионата Москвы. Павел Волков, Сергей Мазилов. День в событиях.